Carex Across Caster с 8 рексятами. Малыши уже тоже, слышу, что-то хрумкают. Вон, видите, малышам сколько? 16 или 17 дней уже. С 12 дней они уже ели сено из синяка. Породная самочка с крольчатами от калифорнийца. Вот, крольчонок от калифорнийца. И один подкидыш от французского барана. Вот эта девчонка. Осталось трое крольчат у нее. И один французский баран. Но они его прям оценили. Оно им понравилось. Эта девчонка у меня окролилась 12 апреля. Для тех, кто не знает, скажу. 12 апреля – это день с космонавтики. День 60-летия отправления человека в космос. Ну и напоследок у меня остались две вредные девчонки-калифошки, которые у меня уже 3 месяца холостят-холостят. Если они у меня не окролятся, то я сделаю с ними то же самое, что сделаю с рексихами. Посажу самца в вольер и уже их к нему на недельки две кину. Рексихи у меня так забеременели все до одной. Вот, почему бы калифорнийкам не забеременеть?